Оставили гаджеты. Давайте завтракать. Бон аппетит. Бон аппетит. Кирилл. Кирилл, ну брось телефон. Для семьи очень важно начать новый день вместе. А? Фея, телефон убери. Подожди, пока мама закончит редактировать книгу по психологии. Тебе смешно? А на самом деле... Еда в одиночестве приводит к перееданию. Алло. Да, здравствуйте. Перезвоните мне, пожалуйста, через несколько минут. Спасибо. Все. Кто это был? В работе. И давайте уже заканчивайте завтракать, Кирилл опаздывает. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Пап, я реально опаздываю. Черт. Я папку забыл. Я тогда на метро. Нет, он никогда не возвращается раньше 5. Хорошо. Хорошо, я буду ждать вас после 3. Договорились, спасибо. Фу ты, господи! Антон, напугал меня. Ты что-то забыл? А ты с кем здесь так приятно воркуешь? По работе. По работе. Ну, ты ответишь, или, может быть, давай это сделаю я? Алло? Валерию? А по какому вопросу? Курьер? Можно? Извините, пожалуйста, я вам перезвоню через несколько минут. Спасибо. Ну, Антон, что ты? Какой курьер? Я себе заказала кое-что. А ты что подумал? Ну, знаешь, это со стороны так выглядело. Ты не забывай, я работаю адвокатом. У меня люди вот после таких курьеров разводиться приходят. Ты меня ревнуешь? Знаешь, ты поработай с моей, понаслушайся, понасмотрись. Что заказала-то? Давай колись. Что заказала? Антон, ну, я подарок тебе заказала. На годовщину. На какую годовщину? Свадьбы 20 лет. Господи. 20 лет. А что заказала? Не скажу. Ну, то есть, я так понимаю, что от меня ожидается тоже сюрприз, да? Да. Понятно. Ну, это... Может быть, прямо сейчас? Прекрати. Кирилл там заждался. Он давно уже уехал. Ага. Ладно, я побежал. Все, пока. Пока. Подожди, там ничего не забыл? О, да. В общем, не переживай, ясно? Сейчас придешь, все расскажешь про себя, и все будет хорошо. Классно. Да, да. Кирюх! О, здорово! Здорово! Как сам? Нормально, здрасте. Здравствуйте. Эй, Кирюх, рот закрой. Знакомься, это Ульяна, моя троюродная сестра. Очень приятно, Кирилл.
Слушай, выручай. Закинь в деканат, а то там нет никого. Я спешу. Хорошо? Хорошо. Мы побежали. А, давай. Давай. А вы куда? А мы на собеседование бежим. Улька у нас дизайнер, она приехала работу искать. А вы вечером в Паразиме будете? Придем. Не знаю. Да куда они денутся? Подадим в суд, высшей инстанции, апелляцию и все. Хорошо. Ну вот и я о том же. Давай, все, на связи, пока. Галь, слушай, а нельзя ли как-то, кофе в турке варить? Может, плиту купить? Ну, это пить невозможно. Вообще-то мы только кофемашину поменяли. Дерьмо. Отдай, пожалуйста, бухгалтеру. Подожди. Красивая. Еще бы. Между прочим, известный дизайнер. Как его? Не помню фамилию. Какая-то японская. А где купила? А ты лучше спроси, сколько стоит. Обязательно спрошу. Ты дверь закрыла? Сейчас я папку отнесу, а то бухгалтер уйдет. Здравствуйте. Привет. Все так плохо? Книга совсем сырая. Хотя замысел интересный. Но мне тоже так показалось. Автор новичок в нашем деле, но энергии хоть отбавляй. Вы увидите. На самом деле, я знаю, что можно сделать, но это будут совершенно другие сроки. Вот и отлично. Так, знакомьтесь, это наш автор, Мария. Валерия, наш редактор. Маша? Лерка. Вот это да! Вы знакомы? Еще бы. Мы однокурсницы. Вот это я понимаю. Ну, теперь я за книгу спокоен. Ну, вот как-то так я и стала психологом. А тебя-то как занесло в издательство? Ты же вроде на кафедре оставалась. Да, но Кирюша болел. У Антона как раз бизнес пошел в гору. Так что работаю дома. Ну, а ты-то как? Муж, дети. Ой, Лера, у меня с этим все отлично. Два мужа, два развода, так что ищу идеал. Ну, успешно? Ну, есть человек, работаю в этом направлении. Вот это как? 20 лет с одним и тем же мужем. Ты же героиня. Это ж вы сколько кризисов в семейной жизни пережили. Да у нас как-то все ровно. А я, кстати, нам номер в отеле перезаказала. Теперь будет с видом на... Слушай, я же совсем забыл. Нам поездку придется отменить. Как отменить? Почему? У меня очень важное мероприятие. Антон, какое мероприятие? Мы же рассчитывали. Никаких дел. Или ты... Опять что-то, Лера? Понятно, я новый купальник купила. Вот за что я тебя люблю, за то, что ты мне очень понятливая девушка. Галь, а где ты этого японца купила? Свет! Привет, как жизнь? Привет, нормально, присаживайся. Квартиру нашла? Да нет, проклятие какое-то. Серег! А в интернете искала? Я все облазила, цены запредельные. Тебе как всегда? Ага. Здорово, Серег! Здорово! Присаживайтесь. Удачно так приземлился. Привет. Да это Светка стол зарезервировала. А, Светка, спасибо.
Добрый вечер. Что-то готово заказать? Да, мне пинаколаду, пожалуйста. А мне пивка для начала. Да, сейчас принесу. Ну что, как собеседование? Да ну их. Свободных вакансий вообще нет. Они так просто базу собирают. Тоже мне кадровое агентство. А какую работу ты ищешь? Я окончила дизайнерские курсы. Но у меня портфолио маленькое. Дизайнер — это круто. А ты на юридическом, как Сережа? У Кирки папа крутой адвокат, у него своя контора. Так что он точно без работы не останется, да, Кир? Ну что, выпьем? Так. Это. Нарисуй свою семью. Тест показывает отношение его автора к миру и жизни. Нарисуйте все, что вам захочется. Ерунда какая-то. Кирилл пришел? Нет. Не нравится мне твой кашель. Ну, кашель курильщика не сразу проходит. Пожалуйста, найди время, чтобы я записала тебя к врачу. Угу. Найду, обязательно найду. Антон. Что, найду? Мы, кстати, будем юбилей отмечать? Если да, то где? Лишь бы тему сменить. Не знаю. Может быть, в этом ресторанчике? На набережной? Ну, приличное место, давай. Только без моей мачехи. Она меня на Новый год достала. Как ты себе это представляешь? Отца тоже не позовем? Или, может быть, скажем, чтобы он один приходил? Антон, это неприлично. Неприлично? Через полгода после смерти мамы на ее лучшей подруге жениться. Слушай, давай вообще не будем никого приглашать. Сами посидим и все, а? Чего ты завелся? Как же красиво. Посмотри, как все подобрано. Да. Это что, авторская работа, да? Это японский дизайнер. Ну, ты молодец, Антон. Ну, просто потрясающе. Потрясающее ожерелье. Да. А Лера что, плохо ответила? Тоже японцем, кстати. Да, мотор двухтактный, 100 лошадей. Да я на нем не то, что на дальнее озеро. Я на нем на Черное море пойду. Спасибо, дорогая. Угодила. Черт возьми. Сделай лицо попроще, это твой отец. Я ее видеть не могу. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем, Антон, красавица. Поздравляю, ну красавица. Просто красавица. 20 лет, а как дети, честное слово. Спасибо. Вот, а вот это вот, как говорится, на долгую и счастливую жизнь. Хорошо, да. Не-не, ты подожди, вы гляньте. Фарфоровый сервиз. Ну, догоняйте, нет? Догоняйте. Ну, свадьба-то фарфоровая. Ой. Спасибо, очень красиво. Спасибо. Заберите, пожалуйста. Давайте. Так, Алла Денисовна, Иван Федорович, пожалуйста, проходите, садитесь. Ой, а Кирюша-то где? Кирюша опаздывает, но скоро будет. Понятно. Ой, ну. Ну? Как говорится, выпьем за здоровье молодых.
Ну, за вас. Спасибо. Да. Спасибо. Вас, ребят. Да, за вас. Вас. Спасибо. Ой, Борька. Ой. Борька! 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 Ну, давай, Борька. Давай, давай. Неугомонная баба. Зато твоему отцу с ней хорошо. Ой. Когда мне золотые горы, реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, что на нашей свадьбе, между прочим, тоже пели эту песню. Я помню. Браво. Всем привет. Ой. О, Кирка! Вот и внук, наконец-то. Привет. Привет. Здравствуйте. 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 Привет. Привет, пап. Поздравляю. Привет, сынок, спасибо. Мамуль. Здравствуй, сынок. Ой, Кирюшенька, молодец. Приехал. Молодец. Ульяна, очень приятно. Проходите, Пеночка. Здравствуйте. Галя, не начинай, пожалуйста. Я не мог тебе ответить. Все, я тебе перезвоню. Пока. Так, аккуратно. Ой, вот и Антон. А все-таки отлично посидели, Оксан, правда? Да, замечательно, Аллочка. Ты всем заказал такси, Миш? Да, Оксан, всем все заказал. Ну, хорошо. Кирилл, ты же домой едешь? Нет, мы с Ульяной сейчас прогуляемся. Спасибо. И это правильно. Ульяна, очень приятно было познакомиться. И все, всем пока. Давай, пока. Пока мой родной. Ваня. Приходите в гости. Пока. Обязательно. Ульяна, да. Была очень мой родной. Спасибо. Все очень мило. Ваня, ваше такси пришло. Ой, давайте обниматься. Пошли, давай, Алиста, вы сегодня зажгли. Хюндай. Не злись на нее, она хорошая. Папа, мне все равно, это твое дело. Я счастлива, было очень приятно познакомиться. До свидания. Пока. Спасибо, что приехал. Спасибо. Иван Федорович, до свидания. Иван Федорович. Всего доброго, счастливого. До свидания. Да. Созвонимся. Да. Пока. 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 Пока-пока. Антош, возьми, пожалуйста. Все. Ай. Что, колется? Ага. Ну, красиво. Черт. И не склеишь ведь. Ой. Не нужен тебе этот кич? В структуре-то тебя что не устраивает? Хорошо, смотри. Вот ты пишешь, что такое депрессия, да? Да. А потом где-то совсем в другой главе... Вот. Ты объясняешь, как нужно с ней бороться. Понимаешь? Это совсем удобно. Да, действительно. Ой, а это что такое? Да ты так пыталась тест пройти. Ну-ка, ерунда. Так. Это рисунок на свободную тему, да? Да. Так, ну это ты. Это муж. Угу. Кого начинала первым рисовать, себя или его? С него. Это сын, это его будущая жена. Причем сначала нарисовала, а потом он меня со своей девушкой познакомил. А что тут такого, Маш? Ну я представила, как мы будем жить, когда выйдем с Антоном на пенсию, за городом. Ты понимаешь, в чем дело? Тревожно даже не то, что ты нарисовала мужа, а потом себя. Это как раз нормально. А вот то, что ты откладываешь свою настоящую жизнь на потом, то есть ты ждешь пенсии, вместо того, чтобы сейчас жить так, как ты хочешь, вот это... Ну а как иначе? Антон работает, мы не можем жить за городом. Та-дам! О, ух ты! Какая красота! А, это что? Черное ризо с чернилами каракатицы и морепродуктами. Ну? Мне кажется, рис немного не проварился. Это же ризотто. Тут рис по-другому готовят. Да. Тебе что, не понравилось? Галя, готовка – это не самая твоя сильная сторона. Давай, может быть, пиццу закажем им? Заказывай пирог. Так, салат и хлеб.
Я беременна. Что? Я беременна. А, мы вроде с тобой договаривались, и ты сказала, что ты предохраняешься. Потому что ты испугался. Нет никакой беременности. Тогда зачем об этом говорить? Просто хотела посмотреть твою реакцию. Посмотрела? Довольно? Галя, кто такими вещами шутит? Да вот именно, что не шутит. Мне вообще-то уже пора. Это ты удобно устроился. Жена, любовница, ребенок. А я? Вообще-то мы с тобой об этом говорили. Я сразу сказал, я из семьи не уйду. Ты говорил, что любишь меня. Я люблю тебя. Но Лера, я не могу ее оставить. Найдет себе еще кого-нибудь. Послушай, не говори ерунды. Кого она себе найдет? И вообще, что-то за проверки на вшивость. Я беременна. Ты вообще в своем уме? Ты чего добиваешься, а? Чтобы я ушел? Знаешь что? Уходи. Прекрасно. Перекушу по дороге. О, мам, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы когда пришли? Да, полчаса назад. Уже уходите? То остались бы на чай, сейчас папа подойдет. Ой, спасибо. Уже поздно, а мне далеко. Ну, ладно. А, мам, а вам в издательстве дизайнеры не нужны? Уля очень крутая, просто у нее опыта мало, и работу найти сложно. Ну, можно спросить. А, Ульяна, давайте завтра вместе с вами подойдем к руководству. Да, конечно. Спасибо. Ну, пока не за что. А завтра часов в 10 утра... Можете подъехать прямо к издательству. Вам не рано? Нет, что вы, обязательно буду. Ну, хорошо. Кирилл расскажет, куда подъехать. Спасибо. Пока, мам. Пока. До свидания. До свидания. Что? Я влюбился. Я заметила. Слушай, как думаешь, меня возьмут в издательство? Обязательно возьмут. Давай поженимся. Ух ты! А где мы жить будем? У меня. С родителями? Нет. Так я к отцу на работу устроюсь, на квартиру с ними. А где кольцо, жених? Ну что это за предложение без кольца? Галь, ну успокойся, не плачь. Завтра поговорим. Да, я тебе обещаю. Ну все, пупсик, давай, я тебя целую. Нет, я не обиделся. Давай, завтра после... А договора, да, с ними все в порядке. Угу, пока. До свидания. Привет, молодежь. Здравствуйте. Держи. А вы от нас или к нам? От. А, понятно. Что мама делает? Ужин готовит, наверное. Угу. Кирилл меня провожает. А, понятно. На метро не опоздай. Рад был видеть. Интересно, а с кем это твой папа разговаривает? Что это за Галя? Галя — это секретарша с работы. Ну что, ты выйдешь за меня? Вот кольцо.
Как-то это слишком для секретарши, нет? Пупсик, обсудим это завтра, целую. Он так не говорил? Нет, говорил. Ну, даже если так, это нормально. Папа со всеми знакомыми женщинами так общается. Он очень маму любит. Да. А мне бы вот на месте твоей мамы было бы интересно проследить, что ее муж делает завтра вечером. Моя мама ни за кем следить не станет. Просто плохо знает нашу семью. Выходи за меня. Узнаешь. Я подумаю. Антош, я все понимаю про важную встречу, но я не понимаю, как можно отменять третью запись к врачу. Слушай, ну я же не умираю, запишемся через месяц. Ты уж сам записывайся. Да елки-палки, опять он меня запер. Ну что ты будешь делать? Сейчас, подожди. Садитесь пока. Нет, ну, не берет трубку. Черт. Надоел уже. Извини, друг, отсечат. Сколько можно, а? Ты меня каждый день подпираешь. Телефон оставил. Так ты на него не отвечаешь. Опыта, конечно, маловато. Ну? Но попробовать можно. Не дизайнером. Версальщиком для начала. Вы программы верстки знаете? А, да, мы проходили, но я думала... Вот и подумайте. Испытательный срок 3 месяца. Да, я не ожидала, что все будет так сложно. Ну ничего. Зато мы с тобой сегодня сделали очень много. Так, от тебя больше ничего не понадобится. Запускаем в производство. Здрасте. Здравствуйте. Мария Владимировна, когда будут готовы отчеты за последнюю неделю? Георгий Ильич, у меня пациент. Ага. Это кто? Зав. Отделением. Никак не могу ему сдать отчет по экспертизам. Строгий? Да нет, это он так, для виду больше. Положение обязанности, в общем-то. Между нами девочками у меня на него виды. Вот оно что. Да. Разведен. Жена укатила в Германию с любовником. Идеальный вариант. Есть чем поработать. В каком смысле? Травма. Жена ему изменяла. Он про это узнал. Они пытались там что-то построить заново, ничего не получилось. И в итоге она укатила с любовником и с дочкой. Да. Печально. А дочке сколько? Ой, я не помню. 10 лет, что ли? 10 лет. Кирюша был такой ласковый в этом возрасте. А теперь что? Не ласковый? Да, взрослый уже. Влюбился. Уль, соглашайся. У тебя хоть строчка в резюме появится. Ну что мне, просто верстальщице идти или что? Кирилл! Что? Твоя мама предупредила, что я дизайнер? Да. Наверное. Как наверное? Она должна была предупредить, сказать. Ульяна, она всего лишь договорилась познакомить тебя со своим начальником. У тебя была возможность все ему сказать. Почему ты моя мама вообще? Это важно говорить заранее, понимаешь? Сереж! Да, наверное. Я не знаю. Ну, а ты как верстальщик-то справишься? Да ну вас. Ну что она завелась-то? Здравствуйте. Первое реальное предложение.
Слушай, Серег, мне нужно будет в одно место скачать сейчас. Здесь занято? Знаешь его? Ну, так. Видел пару раз. Мутный чел. Привет. Ты можешь отсесть? А в чем дело? Это моя девушка, она меня ждет. Да? Ладно. Уль, я не понимаю, на что ты обиделся? Как на что, Кирилл? На то, что ты считаешь меня неудачницей, которой максимум может рассчитывать на работу в каком-то левом издательстве. Почему в левом? Моя мама там давно работает. Это серьезная организация. Слушай, когда я выйду в тираж, как твоя мама, тогда, может, эта вакансия покажется для меня сладкой. Почему в тираж? Моя мама вообще-то еще в порядке. Уль, мне надо уйти ненадолго. Ты меня дождешься? Езжай, я сама разберусь. Уль, ну хватит дуться по пустякам. Я бы звонил. Хочется поехать в такое место, чтобы реакция внутри, знаешь, от увиденного. Не просто на солнце поваляться, немножко уже банально. Добрый день. Добрый день. А, Галочка, знакомься, это Дмитрий Юрьевич. А мы знакомы. Да-да, конечно. Мы же с вами по телефону, да? Да. С удовольствием. Пожалуйста, возьмите. Что, может быть, что-нибудь выпьем, закусим? Да, девушка, будьте любезны, нам меню. Так. Прошу прощения, я на минуточку. Угу. И как мне это понимать? Как обычно. Позвонил. Последнюю минуту говорит, мне срочно нужно встретиться. Ну, что я тебе объясняю? Ну да, действительно, кто я такая, чтобы не объяснять, почему романтический ужин превратился в деловую встречу? Детка, ну не коксись. А я придумал, как тебя удивить. И как? Начиная с этих выходных по следующие включительно, ничего не планирую. Как интересно. И что ж такое меня ждет целую неделю? Ты себе не представляешь. Меня не будет всю неделю. Да, я юриста предупредил, так что сразу все письма шлите ему на почту. Да, всего хорошего, до свидания. Ты футболки положила, да? Да, укладываю. Угу. Слушай, Антоша, я не поняла, откуда у тебя клиент в Эмиратах? А что здесь непонятного? Человек живет там, проблема у него здесь. Под зарядку. Кстати, ты скажи Кириллу, если он хочет у меня этим летом поработать, то пускай срочно звонит Аксенову. Кирилл, похоже, с Ульяной поссорился. Mm. Грустный ходит, не разговаривает. А вчера, представляешь... То есть эта хитрюшка вышла на работу в издательство, а потом поругалась с Кириллом. Молодец. Да, слушаю вас. Нет, никаких встреч на завтра. Меня не будет. Нет. До свидания. А зачем Галя едет? Ну ты же знаешь, у меня с языком-то швах. Я могла бы поехать вместо нее. Могла бы. Но мы туда работать едем. Просто мы с тобой давно никуда вместе не ездили. А у меня с английским все в порядке. Да я знаю, что в порядке. Ладно, съездим еще. Да. А, секундочку. Слушай, вызови такси. Сначала поеду к Гале, а уже оттуда в аэропорт. Адрес у Гали, Мичуринский, 25, подъезд 1. Да, слушаю вас. Ты и подъезд знаешь? Секундочку. Конечно. Я ей 100 такси заказывал с работы. Простите, да, слушаю вас. Да, я уезжаю, меня не будет. Ну, недельку. Ничего страшного. Ну
Да не знаю, когда это все началось. Сначала мы оба горели. У него бизнес пошел в гору. Я с Кириллом. Он мне рассказывал, что у него на работе. А потом... Потом он как-то быстро ушел вперед. И я перестала понимать, что у него происходит. Уходит рано, возвращается поздно. А выходные, отпуск? В отпуск последний раз ездили на неделю. На озеро. У него там катер, рыбалка. Вот, а последнее время он все время занят, даже выходные. Я одна. А сейчас уехал в Эмираты со своей секретаршей. Там какой-то клиент, который покрывает все расходы. Ты ревнуешь? Не доверяешь ему? Да нет. Хотя они все время рядом. Но нет, это работа. И никогда ничего за 20 лет брака. Было. Было один раз, 5 лет назад. С клиенткой. Но я тогда простила, и мы оба приняли решение больше об этом никогда не вспоминать. Ну, ты вспоминаешь? Да. Ты доверяешь им? Да. Хотя, знаешь, сейчас он приезжает, и я хочу встретить его в аэропорту. Здрасте. 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 Я... Ну, помните? Да-да-да. Да. Вы к Марии Владимировне? Нет, я уже от нее. А. У вас бахи вырваны. Спасибо. Алло, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, а ты уже в аэропорту? Нет, я поменял билеты, буду завтра. Мы здесь не успели кое-что. А, понятно. Слушай, а ты можешь мне прислать номер рейса? Я хочу тебя встретить. А, нет, не надо, нас встретят. Все, пока, я занят. Заводи. Глуши. Качала. Сейчас тебя чаем напою. Пойдем. Пойдем. Thank you.
Лера, ну ты чего, разоспалась-то у меня? День уже на дворе, эй, ку-ку. Держи, как ты любишь. Слушай, я там, походу, какую-то заразу подхватил. Ну, прям плохо мне и плохо. Не проходит, не проходит. Я додумался температуру померить. Слушай, 39. Представляешь? Сейчас 37. Была 39. Я думаю, может, к врачу сходить, а? Или лучше на дом вызвать? Что думаешь? Лер, ты чего? Что? Ты что, вчера поздно легла? Нам нужно поговорить. Это кто? Обычная, европейская, хорошая. Да? Конечно. Где внук-то? Да гуляет где-то. Ой, наверное, с девушкой своей, да? Как ее зовут-то, Ульяна? Ты чего такая смурная? Приболела, что ли? Не выспалась просто. Вот кто здесь приболел, так это я. Я там, в море, один раз искупался. У меня температура как подпрыгнула. Ужас какой-то был. У меня даже сейчас, по-моему, температура поднимается. Лер, не принесешь градусник, а? Спасибо. А я тебе в следующий раз малины привезу. Ты знаешь, вот ее как заваришь, ну вмиг температура пропадает. Просто вмиг пропадает. Спасибо. Антош, может быть, ты вирус какой-то подхватил? Я тут читал, такие страсти. Да ну, па. Ну вот что ты такое говоришь, а? Вань, не дай бог. Ну просто ладно. Простудился человек. Алёрочка, мы в следующую субботу малину привезем. Мы в следующую субботу к друзьям в гости едем. Да, Лер? Да. Так созвонимся тогда, да? Да. Угу. Всего доброго. А. Счастливо, ребятки. Антон, до свидания. До свидания. Слушай, температура спала. Как только это ушла, так она и спала. Она вот прям с юбилея, как разошлась, не остановишь. Я говорил, надо было вдвоем отмечать. Вообще не надо было ничего отмечать.
Не знаю, я ее не люблю. Мне за мать обидно. Это их свадьба после ее смерти. Такое ощущение, что отец просто вот ждал, когда мать умрет, чтобы с одной на другую перепрыгнуть. Но некоторые вообще не дожидаются. Ты это о чем? Я о Гале. И о вашей с ней романтической поездке. И о том, как вы решили продлить ее у нее дома, якобы сдав билеты. Лера, подожди, ничего не было. Не начинай, я видела все своими глазами. Лера, послушай. Ты можешь не утруждать себя объяснениями, ты лишняя. Лера! Отойди! Хорошо. Да, да, это правда. Я виноват. Лера, ну это... Это чертова физиология. Ты моя жена. Мы с тобой столько лет вместе. Мы с тобой через такое прошли. Лера, если бы я хотел, я бы ушел. Я слышал это. 5 лет назад, слово в слово. Послушай меня. Я слушаю. Слушаю. Черт. Я сорвался. Черт возьми, я опять сорвался. Лер, ну я тебе обещаю, я все исправлю. Лер, это была прощальная поездка. Я хотел вернуться и все, закончить с этим раз и навсегда. Лер, ну у нас с тобой, ну, не ладилось последнее время. Черт. Годы. Мы с тобой еще его на ноги поставим. Нет. Никакого ребенка. И вообще больше ничего у нас с тобой не будет. Лера, так нельзя. Только так и можно, Антон. Я поэтому тебя очень прошу, уйди сейчас. Я видеть тебя не могу. Куда я уйду? Мичуринский проспект. Дом 25, подъезд 101, и чтоб через минуту тебя здесь не было. Черт.
Привет. Привет. Есть не буду. Подожди. Нам нужно поговорить. А чего говорить? Нет, мы не помирились. Да, я пытался с ней говорить. Нет, она говорить со мной не хочет. Все? Я не про Ульяну. Мы с отцом разводимся. Ну? Что ну? Ну, может, расскажешь, что случилось? Поссорились? Поссорились. Из-за чего? Антон, она что, узнала о нас? Да. Она все узнала. Черт. Ну вот теперь ты все знаешь. Оставишь меня или... Ой, я не знаю. Надо подумать. Да, беру. Беру. Заверните мне со всеми потрохами. Извини. Привет. Ты на кого руку поднял, щенок, а? Успокойся! Ты сейчас речь человечечку в состоянии слышать? Это было решение мамы! Что? Это было решение мамы. Я готов был остаться. Чё ты несёшь? Ты готов был остаться? Только вот мы с предателем под одной крышей жить не готовы. С предателем? Дурак ты, Кирилл. Дурак ты. Вот это твоя Ульяна. Мы же с ней поссорились. Тебе какое дело? Она сейчас с другим гуляет. По глазам вижу, что с другим. Это тут при чем? А при том, она с ним расстанется. Придет к тебе и скажет: прости меня. Я ошиблась. Ты самый лучший. Простишь? Ну что молчишь? Мама, она простить не хочет. А весь вопрос в том, насколько сильно ты любишь человека, что готов его простить. Весь вопрос в том, что если ты маму выбрал, чё ты сюда пришел, к ней? К маме близко подойдешь, убью. Здравствуйте. Ой, Валерия, добрый день. Добрый день. А я вас сегодня вечером думал увидеть на презентации. Вы присаживайтесь. Виталий Сергеевич, я по поводу работы. Ага. Ну, помните, вы говорили, что... В общем, надоело мне сидеть дома. Я хочу попроситься на полный день в офис. Решились-таки. Ну, наконец-то. Нам редактор очень нужен. Очень. Спасибо. Да за что, Валерия? Нам такие специалисты, как говорится, днем с огнем. Катя между нами не справляется. Все время опаздывает.
Здравствуйте. Привет. Простите за опоздание. Мне надо было привести себя в порядок перед презентацией. Ничего, Катя. Вот, Валерия к нам выходит на постоянку с понедельника. Ты чего это? Надоел дома сидеть. И правильно. И правильно. И ждем вас сегодня на презентации. Виталий Сергеевич, я сегодня не смогу. У меня небольшое семейное торжество. Ну как же так, Валерия? Ну это же, по сути, ваша книга. Вы Марию от корки до корки переписали? Да, я понимаю, но, увы, никак. Спасибо вам еще раз огромное. До свидания. Пока. Очень жаль. Катя, когда вы перестанете, наконец, опаздывать? Я уже вторую неделю из-за аврала не могу к парикмахеру попасть. Виталий Сергеевич, этот цветок не любит сильного полива. Вы его все время заливаете. Ну ладно, Катя, ладно. Вот Валерия к нам присоединится, и полегче будет. Да, мам, привет. Да нет, все нормально с голосом. Просто не выспалась. Да, вернулся. Нет, мама, мы не приедем. Потому что мы с ним расстались. Антон, я хочу с ним поговорить. Боже мой. Да, поговорить. Если это придурь или там мало ли чего. Бабы сейчас ушлые, сами на мужиков бросаются. Поди опоила его чем-нибудь и... Папа. Лера. Я, конечно, понимаю, что тебе больно. Обидно. Я ему сам при случае... Ну, это ж Антон. Наш Антон, ну... Накажи его. Пусть ему больно будет. Ну, вот так все рвать. Из-за одного раза. Какого одного раза? Он с ней год встречается. Как год? Оксана, его раскаяние мне не нужно. Я его один раз простила, второй раз нет. Что значит уже простила? Он что, было еще что-то? Было. Что же это? Оксана. Ну что, Оксана? Что, что? Ты знала? Знала. А мне-то что? Я что вам? Лишний, что ли? Да я за... Вот он скот, а? Я его пристрелю. Я его прибью. Вот поэтому мы тебе и не говорим. Так. Чтобы я этого поганца здесь больше не видел. Лера все правильно сделала. Это твоя квартира, а он пусть катится. А Кирилл, что? Он с ним подрался. Отлично, внук. Вот так вот. Так, что еще? Деньги нужны? Да, пап, я хотела попросить у вас взаймы. Я с понедельника выйду на работу, но мне нужно оплатить учебу Кириллу. Еще этот кредит на мотор. Да продай ты этот чертов мотор! Нет, ничего продавать я не буду. Я его подарила, пусть забирает. Так, денег дадим, конечно, даже не думай. На работу вышла, это хорошо. Да возьми ты, наконец, этот телефон. Алло. Да, Маш, привет. Слушай, я сегодня никак не смогу, у меня кое-какие дела. Миш. Ну, извини, пожалуйста. Не надо. Хорошо, хорошо. Я тебя поздравляю. Пока. Чего? На день рождения зовут? Нет, пап, на презентацию книги, которую я редактировала. Ну, и чего не идешь? Я не хочу. Киснуть тут хочешь, да? Мы уедем, а ты поплачешь всласть. Миш!
Иди одевайся. Подкрасься! Что там еще? И вон из дома. Оксана, иди помоги ей. Мы тебя подвезем. Папа, я не Никакого хочу. Никакого папы. Взялась быть сильной женщиной? Давай, вперед. Ты же знаешь, что бесполезно спорить. Уль, привет. Привет, я спешу. Уль, погоди. Могу проводить? Нет. Что тебе нужно? Уль, я не могу без тебя. Кирилл, что ты унижаешься? Ты же сам все понимаешь. Что, прям совсем все? Да. Мне жаль, что так вышло. Уль, погоди. Сейчас совсем плохо, родители расходятся. Серьезно? Ну, я так и знала. Значит, я была права, да? С кем хоть? С секретаршей этой, да? Ну, что-то смешно. Просто я всегда бываю права. Ладно, прости, я спешу. Прекрасная книга, правда. Спасибо большое. Кому подписываю? Василию. Василию. Спасибо. Спасибо вам большое. Кому подписываем? Ольге. Оле. Как хорошо, что вы пришли. Вот. Это вам. Спасибо. Вы очень... Это все вам очень идет. Давайте я принесу какие-нибудь закуски. Мне не нужно, ради бога. Нет. Виталий Сергеевич, можно вас на пару слов? Пожалуйста. Прошу вас. Нет, спасибо. Угу. Дам, вина. Я вас покинул. Позвольте. Спасибо. Шампанского. Простите, я на работе. А. Ну, знаете, это часть рабочего процесса. Да, кстати, я Георгий. Валерия. Можно просто Лера. Мы же виделись. Ну, у нас в клинике. Сначала у Маши, то есть у Марии Владимировны в кабинете, а потом вы в коридоре сидели, и у вас еще бахи порвался. Да, мы как раз работали над книгой вместе с Машей. Я редактор. О. Значит, редактор. Ну, а что вы делали как редактор? Я правила язык, обрабатывала литературный текст, убирала повторы, плюс советовала, если нужно было что-то добавить. Да. Лера, вы даже не представляете, как мне повезло, что я вас встретил. В общем, объясню, у меня есть статья. Написана нормально, закончена, но она такая, как бы, неряшливая. Если бы вы согласились ее отредактировать, то... Георгий, я сейчас никак не могу. Погодите, я правда очень заинтересован. Я отблагодарю... Господи, что я говорю? Я заплачу. Заплачу достойно, правда. Я понимаю, просто мне нужно в любом случае посмотреть материал. Вот, давайте я запишу ваш адрес электронной почты и вам пришлю. Давайте лучше я тогда сама запишу, так будет проще. Пожалуйста. Поздравляю вас. Спасибо. Это большая удача. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Привет, Лер. Привет. Молодец, что пришла. Поздравляю с первой книгой. Спасибо, дай бог, что не с последней. Я смотрю, вы уже познакомились. Да просто неожиданно получилось. Твоя пациентка Валерия, она же редактор.
Да. Ну, я предлагаю по такому поводу, наверное, выпить. Сейчас тебе принесу. Да? Ну, видишь, мои дела подвигаются. О чем вы тут шептались? Павел предложил мне подработку. Держи. Ну что, Маш, за тебя? Спасибо. Привет. Привет. Как дела? Ходил куда? Да, я была на презентации книги, которую редактировала. С понедельника выхожу на работу. Кирюш. М? Как у тебя с Ульян? С Ульяной все. Она встречается с другим. Ты что? Почему ты не забрала у нее ключи? Я сейчас спущу его с лестницы. Кирилл, иди сюда. Оставайся здесь. Я все решу сама. Как знаешь. Прекрасно выглядишь. Ничего, что я здесь. Это ведь и мой еще дом пока. Ты за вещами? Суп вкуснейший. По поводу твоего дома. Я думаю, вполне справедливо будет после всего случившегося считать эту квартиру моей и Кирилла. Деньги на нее дали мои родители, продав квартиру и дачу бабушке. Конечно, здесь был большой ремонт, но... Лера, не делай из меня крохобора. Прости, пожалуйста, можно... Я закончу. На твою фирму и накопление я не претендую. Машина тоже твоя. Денег от тебя мне не нужно. Если ты согласишься оплатить учебу Кириллу, и он примет эти деньги, я буду благодарна. Если нет, родители нас поддержат. Что скажешь? Есть хоть какой-то шанс, что ты передумаешь? Нет. Твои вещи собраны. Да, я видел в коридоре. Спасибо за супчик. Послушай, я не хочу никуда уходить. Мой дом здесь, с тобой, с сыном. Давай сделаем вид, что ничего не было. Ты не понимаешь. Я все это время пыталась жить с одной твоей изменой. Со второй изменой я жить не смогу. Я тебя очень прошу, уйди сейчас и оставь ключи. Просто так приходить сюда ты больше не можешь. Хорошо. Я переведу деньги за обучение Кирилла тебе на карточку.
И каждый месяц буду переводить какую-то сумму до тех пор, пока Кирилл не начнет работать. Хорошо, я обсужу это с Кириллом. Здесь я что-то не понимаю, что я имел в виду. Это развитие. Развитие. А, это развитие симптомов. Угу. Вот развитие. Угу. Я вам внесу все эти правки, отредактирую, чтобы легче читалось. Ну, собственно, именно это мне и нужно. Да, Лера, если там будут какие-то непонятности, не знаю, специальные термины, вы сразу мне звоните или пишите смс. Я, если в больнице, трубку могу не взять. У нас сейчас там такой дурдом. Проверки, переаттестации. Хорошо, договорились. А вы что-то еще будете? Нет, спасибо. Посчитать надо. Я у тебя прям нимб над головой вижу. Квартиру ей оставил. Сыну учебу оплатил. Теперь еще ежемесячно что-то собираешься отчислить. Послушай, можно я сам разберусь со своими отношениями и в том, как я буду тратить свои деньги? Нет, что? Мне просто за тебя обидно. Ты тут пашешь, как волк. Волк не пашет. Что-то меня знобит, а? Ладно, пойдем. Мне, кстати, крутого гомеопата посоветовали. Господи, что это? Это кровь. Это ты, видно, в Эмиратах что-то подхватил. Мне он самой горло вершит. Так, мне нужно к врачу срочно. Надо Лере позвонить, узнать, какому. Не надо звонить Лере. Я сама тебя запишу в нормальную платную клинику. Сейчас выберем. Черт. Кирилл, привет. О, привет, Свет. Как дела? Нашла квартиру? Нет, это тупик. Ты что-нибудь будешь? Да пока нет, спасибо. Ребят, что-нибудь будете? Привет, мне чай черный. Да, мне пивка. Сейчас. Кир, слушай, не расстраивайся. Она молодая, глупая, не понимает еще ничего. Это ты, Игорь. Она сама потом плакать будет. Плакать? Что такого крутого парня, как я, упустила? Да при чем тут? Это ты, Игорь, вообще наплел ей, что она модель, что у него связи, и что он ей прям карьеру обеспечит. А она повелась и слушать никого не хочет. Кир, погоди, слышишь? Пуль, на минутку. Опять ты. Тебе же уже вроде все объяснили. Во-первых, ты мне ничего не объяснял, во-вторых, я не с тобой разговариваю. Буль. Хорошо, Игорь, подожди. Чего тебе? Просто предупредить, что так вот доверять первому встречному нельзя. Ты о ком, о себе? Об Игоре. Ну какая ты модель, ну ты что, серьезно? А это вообще не твое дело, понял? Он тебя разводит, как девочку. Вот-вот, ты просто не веришь в меня, а Игорь верит. Ну что, наговорился? Полецу. Рот прикрой, сам болит, чудо. Игорь! Игорь! Ты в порядке? Кирилл, ты что, дурак? Козлина! Слушай, давай мы такси закажем и через тебя поедем. Давайте я закажу.
Да не, ребят, вы чего, приезжайте, спасибо. Я еще, правда, кружку пива и домой. Ну ладно. Давай. Давай, счастливо. Давай, дружок, не кисни. Окей? Пока, Юр. Свет, а можете попросить маленький графинчик? А закуску? На свое усмотрение. Давай, просыпайся. Давай, просыпайся. А кто спит? Давай, столовую закрыли. Ребят, оставьте давай его. Это мой знакомый, я сама разберусь. Кир. Да, мамочка, привет. Это нормально, просто после этого снотворного. Вы кто? Ой, здравствуйте. А вы только не пугайтесь, я знакомая Кирилла, он разрешил вас переночевать. Мам, я тебе перезвоню. Какая знакомая? Я вас раньше не видела. А где Кирилл? Кирилл проснулся. Вот, чай ему. Ну, еще хорошо бы аспиринчика, а то он вчера... Ну, вы понимаете? Нет, не понимаю. Выпил он лишнего. Меня, кстати, Света зовут. Валерия Михайловна, скажите, а вы вчера с Кириллом вместе? Не совсем. Я официантка в клубе. Валерия Михайловна, дадите ему чай, хорошо, а я побегу, а то у меня смена. Это что было? Чаёк. Что это было? Перебрал вчера немного. Я не об этом. Кто это? Про Свету. Разумеется. Хотя не знаю, может быть, здесь кто-то еще ночевал? Никого. А то и выпила снотворное, могла не заметить. Никто не ночевал, только Света. Мы под утро пришли. И где ты так перебрал, что под утро возвращаешься с официантками? В клубе. Хорошо. Хорошо. Сейчас принесу тебе таблетку. Мам, подожди. Я тут подумал. Понимаешь, у Светы какая-то адская ситуация дома. Она в съемной квартире, ее выставили. Можно я ей предложу у нас до конца недели остаться? В гостиной мы просто друзья. Делайте, что хотите. Мам, таблеточку! Ой, шоколадка. А откуда? Здравствуйте. Правку я не вносила. Передайте, кому сами решить. В смысле передать? Кому я должна это передать? Да мне пофигу. Я увольняюсь.
Если кому интересно, меня берут в модельное агентство. Всем пока. Она... Я слышал. А она себе кто, дочка чья-то? Девушка моего сына. Бывшая. Понятно. Лера, здравствуйте. Это вот Георгий, да? Да, Лера. Какое все-таки удивительное, редкое имя выбрали вам родить. Да, простите, да. Хорошо, да, давайте договоримся. В субботу, отлично. А в том же кафе? Хорошо. Слушайте, я хотел спросить, а как спите-то? Да погодите, да вы... Ну, я же сказал, одну таблетку. Ну, конечно, ну... Врачу надо доверять, как... Да. До свидания. С кем это ты? С твоей редакторшей. О, как интересно. О чем же вы говорили? Я прям заинтригована. Ну, ты знаешь, она согласилась редактировать мою статью. Да, снотворный тут при чем? Снотворное. В общем, рассталась с мужем, стресс и сон нарушился. Что, она от мужа ушла? Или он от нее? Когда? Маш, я подробностей не знаю. Подожди, ты что, с ней в субботу встречаешься? Ну да, в кафе. Господи, ну в смысле, в кафе, чтобы поработать. Ну. Георгий, ну ты что, забыл? Мы в субботу в театр идем. Забыл. Ну ничего, я перенесу на пораньше, и мы все успеем. Ну ладно. Хорошо. Пойду. Да, счастливо. Надо же. Решилась все-таки. Интересно. И давно вы кашляете? Ну, я курил довольно долго, потом бросил, кашель остался. А много курили? Пачку в день, две, больше, меньше? Средняя пачка. И обострение случилось в момент поездки? Да, мы были в Эмиратах, и там это все началось. Доктор, это онкология? Я не хочу вас пугать, но такой вариант не исключен. Господи. Подождите, давайте дождемся результатов биопсии и давайте надеяться на лучшее. Да, конечно. Это моя дочка, Настенька. Настя, это Кирилл, я тебе про него рассказывала, а это его мама, Валерия Михайловна. Очень приятно, Настя. Поужинаете с нами? Нет, спасибо. Я бы только чайку, если можно. Я бы поела. Ну, проходите. Мы тогда руки помоем? Да, пожалуйста, вон туда. Спасибо. Раздевайся. Ну, я забыл. Я забыл, что она будет дочкой. Но какая разница-то? Они на диване поместятся в гостиной. Тебе жалко, что ли? При чем здесь жалко, Кири? У вас такая квартира красивая. Ремонт классный. Спасибо. Садись вот здесь. Нет, не надо. Да вон тебе поешь. Спасибо. Вы не волнуйтесь, я сейчас на смену уйду. А Настя сразу ляжет спать, да, Настя? Ага. Ну уж возьми. Приятного аппетита. Спасибо. Вы извините нас, но мы буквально на пару дней.
а потом мы вместе приезжаем. Вот как? Да, понятно. Есть такие планы. Ну, хорошо. Так, мне нужно поработать, Кирилл. Потом посуду помоешь? Что вы, я сама все помою. Ты что, не сказала про Настю? Ну, забыл. Как неудобно получилось. Заходи. Я смотрю, вам тоже не спится. Свет включили. Угу. А ты чего не спишь? Я на новом месте никогда не могу заснуть. Мы с мамой за последний месяц уже в квартире 10 ночуем. А почему? Я от бабушки убрала. Как это? Потому что она чокнутая. В каком смысле? Да в прямом. Мама с ней совсем жить не может. Меня бабушка еще терпит, но недолго. Все время ругается, еду прячет. Я ей один раз что-то сказала, так она мне в чай плюнула. Господи. Говорю же, чокнутая. А папа твой где? А папы нет. То есть он где-то есть, но я его никогда не видела. Настя, а я могу об этом поговорить с твоей мамой? Не, не надо. Какой смысл? Мы же в Венгрию уезжаем. Сейчас у вас переночуем, и все. Мы вас больше никогда не увидим. Ну, спасибо. А вы что, не спите? Бессонница. Хотите, фильм посмотрим? Какой фильм? Ну, по интернету какой-нибудь. Скучно, чтобы успокоиться, заснуть. Я всегда так делаю. Скучный. Ну, давай попробуем. Может быть, тогда какой-нибудь фильм про животных? Можно и про животных. Тоже вы после ночной смены сразу на работу? Как можно находиться в таком режиме, я не понимаю. Думаю, сменщица приболела, если не прикрыть, его уволят. Валерия Михайловна, вы извините, что Настя у вас заснула. Она такая непосредственная. Ничего, нормально. Хотя с режимом у нее проблемы. А вы когда улетаете? Скоро. Только не мы, я одна лечу. Как это? А Настя? Настя пока у бабушки. Работодатель написал, что не может принять меня с ребенком. Что? У бабушки? Настя, я тебе как раз хотела сказать, они вдвоем нас пока не могут принять. Настя! Извините. Настя, подожди, ну я сама не знала. Предательница! Я очень виновата перед ней. А я честно думала, что говорю работодателю, чтобы мы сразу вдвоем приехали.
А после испытательного срока это будет не проблема? Не проблема, я это сразу оговорила. Но на испытательный мне комнату не дадут. Своих денег снимать у меня нет. Света, мне Настя рассказала про бабушку. Это правда? Что именно? Что родная мать меня ненавидит? Да, правда. Ну как же так? Вот так. Бывают нелюбимые дети. Да и не совсем здоровый, но человек по большому счету. Я не понимаю, как вы можете оставлять ребенка с не совсем здоровым человеком? Ну а что мне делать? Какие у меня еще есть варианты? Другого способа у нас с Настей вырваться из этой нищеты нет. Так что Настя поедет к бабушке. Месяц, говорите? Может, меньше. Ничего, она сильно и потерпит. Нет, Света, Настю к бабушке нельзя. Хотите, она поживет у нас. Как? Ну, вот так. Ну что, места у нас много, комната свободная, девочка самостоятельная, поэтому справимся. Нет, это неудобно. Это неудобно, зато нормально. Правда? Спасибо. Спасибо. Слушайте, так это же просто, ну, просто здорово, мне нравится. Не, мне правда нравится, как будто не я писал. Спасибо. Что спасибо? Я, знаете, сам крутил, туда-сюда, фрагменты местами переставлял, все как-то... А вы просто, ну, просто богиня редактора. Ну, скажете тоже. Правда богиня? Редакторы. А, как у вас со сном? Вы знаете, обнаружено прекрасное средство. Это фильмы про животных. О. Очень рекомендую. Да? Ну что, оригинально? Ну, главное, чтобы помогало. Да. Меня Настя научила. Настя, как она? Ну. Все хорошо. Мама уже неделю в Венгрии, а мы с ней мирно живем. Хорошо. Да. Я вчера с дочкой разговаривал. Да? Ну и как? Нормально. Ну, даже хорошо. Вот, поговорили даже с матерью ее. Поговорил, ну так, без ненависти. Маша, иди к нам. Я Маше сказал, где мы, чтобы она нас нашла. Мы в театр идем. Замечательно. Да. Всем привет. 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 Ну что, вы закончили уже? Да. Почти. Свет в конце туннеля уже виден. Да. А тебе что-нибудь взять? Нет, я ничего не буду. Нам бы уже выйти с тобой. А, девушка! Она тебя не видит. Сейчас подойду. Я быстро. Лер, ты что, на самом деле с мужем разошлась? Да. Ну, то есть он не просто так в отпуск ездил? Да, Маша, да. Ну, что ж ты не позвонил-то? Приходи ко мне на прием, поработаем. Нет, Маша, спасибо, я справлюсь. Ну вот, я все. Ну вот, видишь, а мы по театру. Да. Хорошо. Алло? Да, это я. Что? Что случилось? Настя. Ой, Настя. Настя, это дочка моей знакомой, она временно живет у меня. Она украла что-то в магазине. Ну, звони срочно ее родителям. Мама в Венгрии, отца нет. Погодите. Что за магазин? Торговый центр. Он тут недалеко. Поехали.
Георгий, ну у нас же театр. Слушай, ты поезжай, я к контракту подъеду. Точно. Георгий, не нужно, пожалуйста, мне очень неудобно. Нет, никаких неудобно, дело важное, поехали. Маш, прости, пожалуйста. Я на нее внимание обратил, когда она еще по залу шарилась одна. Потом, смотрю, она из примерочной к выходу намылилась. Ну, тут я решил ее проверить. Вот, смотрите, результат. Да. Настя. Полицию вызываем? Зачем полиция? Давайте попробуем как-то разобраться. Вот что. Мы купим эти вещи. Модели дорогие. Я понимаю, да, но что делать? Может быть, девушек отпустим? Подождите нас с центрального входа, а вы меня на кассу проводите, я расплачусь. Пойдемте. Идем. Карты наличные. Давайте наличные. Прости меня, пожалуйста, я просто никогда так раньше не... Настя, я просто в шоке. Пойти на воровство ради каких-то тряпок. Две девочки из параллельного класса так часто делают. Настя, а если эти девочки начнут с крыши прыгать, ты будешь за ними повторять? Ну? Держи. Ты хоть все это мерила? Мерила. Георгий, простите, пожалуйста, мы испортили вам вечер. Скажите, сколько вы заплатили, я все переведу на карту. Разберемся. Слушайте, в театр я все равно уже опоздал. Давайте вас до дома подвезу. Поехали. Пойдем. Мне очень неудобно перед вами и Машей. Маша, после спектакля встречу, ничего страшного. Маша! Марусь! Я уже не надеялась тебя увидеть сегодня. Ну вот, у твоей подруги просто настоящий форс-мажор. Приютить у себя чужого ребенка? Беспечность какая-то. Ох, да. Хорошо, что все обошлось, но у меня все равно стресс. Почему? Первый раз в жизни ходила в театр одна. О. И только хороший ресторанчик сможет смыть это позорное пятно с моей биографии. Ну, в чем проблема? Поедем? А куда едем-то, мадам? По дороге решим. Ага. Ну что же, тема, предложенная нашим перспективным автором, вполне актуальна. Только давайте все это зафиксируем и прикинем, что там по главам будет. Отлично. Лер, набросаешь? Ты же записывала, что мы тут говорили? Да. Да, конечно. Но только мне нужно будет кое-что у тебя уточнить. Хорошо. Только давай прямо сейчас, потому что дальше я занята. Можем пойти в кафе, которое рядом. Виталий Сергеевич нас отпустит пораньше? Я не возражаю. Ну вот и отлично. Маша, ты прости, я тебе там не хотела говорить. Я в кафе не пойду. Что? Домой нужно бежать. Что произошло? Приехали свекры со свекровью, и, похоже, Антон не объяснил, что мы разошлись. Придется мне рассказывать. Ой, ты как будто мужиков не знаешь. Это же главная тактика – переложить все неприятное на женщину. Ну вот где он? Вот. Только немножечко, прям глоточек. После наркоза много нельзя. Врач сказал, все прошло успешно. Дай телефон, пожалуйста. Отец звонил. Лера. Деньги, наверное, кончились. Привет, это я. Занят был. Что? Сильно расстроился? Да. Все, пока. А почему ты ничего не сказал про биопсию?
А зачем? Все равно, пока результатов нет, может быть, все еще обойдется. Конечно, обойдется. Но она должна знать, какие у нас еще траты. И почему ты все время говоришь о деньгах? Да, Георгий, здравствуйте. Здрасте, Лера. Здрасте. Я звоню спросить, может, нам поработать с вами в выходные? Хорошая идея. В том же кафе? А давайте в другом. Вот там рядом есть еще такое казуар. Хорошо. Часов 10. Да, замечательно, замечательно. Было бы хорошо. Ну, а как там Настя? Разговаривает с мамой. Кажется, рыдает. Бедный ребенок. Слушайте, а может, возьмете ее с собой? С ней? А как же мы будем работать? Ну, как? Ну, она же не маленькая, в конце концов. Ну, найдем чем ее занять. Приходите. Ну, хорошо. Хорошо, договорились. До свидания. До встречи. Вырасту. Буду есть только в ресторанах, кафе. Угу. А я вот уже вырос. И мечтаю только о домашней еде. Хотя, знаешь, пока моя дочка не уехала, мы сюда каждую субботу приходили завтракать. Нифига себе. Настя. А сколько вашей дочке лет? 11 скоро. А что вы ей на день рождения подарите? Слушай, это проблема. А может, ты мне поможешь? Ну, посоветуешь, окажешь, так сказать, услугу. Отработаешь часть долга за вещи, а? А мы с Лерой пока над статьей поработаем. В каком смысле отработаешь? А это значит, Лера, шутка была неудачная. Да я вам за просто так все выберу. Я прекрасно знаю, что девочки хотят получить в 11 лет. Что-то не так? Да все прекрасно. Просто работать не хочется. Слушайте, а может, забьем нашу статью, а? Поедим, пойдем погуляем тут вокруг красиво. Как думаете? Да не вопрос. Я выберу несколько подарков и ссылки вам пришлю. Спасибо. А вы как? Ну, вообще, отпускает? Некогда хандрить, когда вон такой вот сгусток энергии рядом. Да, точно. Да. Я сейчас больше за сына беспокоюсь. А что такое? Расстался с девушкой. А? Первая любовь, ну, очень сильно переживает. Да, это больно. Ну, а вас как с мужем? Общаетесь, звоните и... Нет. Настя, закругляйся. Сейчас. Секунду. Когда мы поработаем? Так. Ну, а что откладывать? Я живу недалеко. Может, прямо сегодня и начнем? Заодно чай попьем. Ну, это не очень удобно. Да нормально. Настя! А, да, сейчас. Девочка, аккуратней. Олег! Простите. Иди сюда. Жора. Вернулся. Слава богу. Здорово. Жор, как здорово, что я на тебя наткнулся. Слушай, глянь, пожалуйста, мне в аптеке порекомендовали, я в этом в вообще ничего не понимаю. О, извините, это Лера, это Олег, мой одноклассник. Здравствуйте. Здравствуйте. Прости. А это кому? Это жене. Я домой вернулся, она что-то у меня вообще того. Говорит, вчера на работе перенервничала, сегодня в лёжку. Ой, голова раскалывается, даже говорит с трудом. Давление нормальное, я вообще ничего не понимаю. Погоди, погоди, ты сказал говорит с трудом? Да. А ты ее улыбнуться не просил? Улыбну? Я не шучу, и руку может поднять? Зачем улыбнуться? Улыбнуться не просил, а руку говорит, скажу. Да, отлежала. Так, короче, вот это все в помойку, и нужно скорую вызывать, потому что возможно, возможно, это инсульт. Мы сейчас пойдем к тебе и разберемся. Лер, прости. Конечно. Извини, пожалуйста. Да. Я позвоню. Сюда. Ага. Я позвоню. Хорошо. Что такое инсульт? Инсульт – это когда сосуд в голове лопается и кровь разливается. О. Пойдем. Этому военному повезло, что он нас встретил. Да. Я надеюсь, что с его женой все будет хорошо. Угу.
Так, нам нужно с тобой еще ванную вымыть. Не-не-не, это без меня. Мне еще нужно подарок дочке Георгия выбрать. Забыли? А сколько же ты собралась его выбирать? Не знаю. Алло? Да, Георгий. Ну что, как дела? Ну, слава богу, хорошо. Что? А где вы сейчас? Поняла. Ну да, хорошо. Хорошо, да, мы вас ждем. До встречи. Так, Настя, сейчас приедет Георгий. Мы с ним будем работать. Мне же нужно успеть переодеться. Ну вот я и подумал. Чего откладывать? Мы же все равно собирались работать. Вы садитесь за компьютер, а я приготовлю обед. Я сама могу приготовить? Нет, я сам. Во-первых, я напросился в гости, а во-вторых, мужчину лучше готовит. Вот как? Да, именно. Приготовим, пожалуй, пасту. Для этого мне понадобится глубокая кастрюля, сковорода и острый нож. Сейчас. Кастрюля, сковорода и острый нож. Спасибо. Может быть, я все-таки помогу вам? А может быть, мы все-таки перейдем на «ты»? Ну, хорошо. Давай попробуем. Итак, начнем. Мне кажется, что сюда нужно вставить обзор из предыдущих исследований. Посмотри. Гляну. Ну, зачем? Это и так всем ясно. Ну, это уважение к читателю. Напомнить. Вдруг кто-то забыл, то ты в теме. Эта статья, она сугубо для профессионалов. А профессионалам достаточно сносок, правда. Ну. И вообще, давай-ка закрывай ноутбук и помоги мне порезать салат. Кстати, насчет сноса. Так, сегодня выходной. Люди должны отдыхать, и ты тоже. Хорошо. Еда готова? Практически еще 5 минут, так что можешь идти мыть руки. О, супер. У меня есть, кстати, несколько идей для подарка. Ого. Ну, давай, приходи за столом, обсудим, хорошо? Хорошо. Давай, беги. Кстати, а как вы собираетесь передать подарок дочери? Мы вообще-то переходили на «ты». Ты. Я, да не знаю, собираюсь посмотреть в интернете, выбрать, заказать доставку. Как-то так. А может быть, самому полететь? Виза есть? Да есть, но как-то в голову не приходил. Вообще-то идея хорошая. Правда, не думаю, что ее мать обрадуется моему приезду. Ты так красиво режешь. Ай! А, пластырь есть? Да. Где? Да. А. Так вот, что ли? Да. Так, давай-ка я сам. Я же все-таки доктор дипломированный. Спасибо. Очень вкусно. Замечательно. Я старался. Ты ешь, и салат тоже клади себе. Ладно. Всем привет. Привет. Я что-то пропустил? Да. Кирилл, это Георгий Ильич. Можно просто Ильич. Очень приятно, Кирилл. Да, присоединяйся к нам, Кирилл.
Георгий Ильич, автор статьи, над которой мы сейчас работаем. А еще он нам очень помог с Настей, да? Представляешь, одной женщине плохо стало. Она просто думала, что у нее голова болит. На самом деле инфаркт. На самом деле инсульт, и поймали быстро, так что. Здорово. А вы врач? Да. Кстати, очень вкусно. Спасибо. Ну, а ты, то есть, прости, вы чем занимаетесь? Он адвокатом будет. О, полезное знакомство. Он еще учится, но годика через два, я думаю, у нас будет адвокат. Через три. Почему? Через три годика, потому что я ухожу в армию. Что за шутки? Не шутки. Он взял академотпуск и написал заявление в военкомат. Что ты сделал? Я написал заявление в военкомат, что я в академии и хочу служить. Ты дурак, что ли? Типа того. Ты с ума сошел? Это что за глупости? Большое спасибо, было очень вкусно. Не смей уходить. Не смей уходить, мне нужно с тобой поговорить. Кирилл, ну-ка вернись. Погоди. Сядь, успокойся. Что он сделал? Ты думаешь, что можешь его переубедить вот прямо сейчас? Настя, иди к себе, а? Все живы, все здоровы, все нормально. Ну что, ты сейчас к нему пойдешь, что ты ему докажешь? Все нормально. Это все из-за нее, из-за этой глупой манерной дуры. Видно, симпатичная дурца. Он там будет целый год, он забудет учебу, там дедовщина. Я не знаю, что делать. Лера, не надо ничего делать. Прими ситуацию такой, какая она есть сейчас. Вот люби своего сына таким, какой он есть, жалей его. Во всяком случае, не пугай, он так перепуган до чертей. Да, хорошо, я постараюсь. Иди к нему, поговори там как-то. Ты, кстати, была права. Ты о чем? Я поеду к дочери. И мне плевать, что там скажет ее мать. В конце концов, Аня такая же моя дочь, как и ее. И я хочу ее видеть. Вот, я хочу ее видеть. Удачи тебе. Спасибо. Ладно, попробую сегодня же взять билет на ближайший рейс и... До свидания. Пока, спасибо. Да. Да. Можно? Да. Георгий уехал? Да. Уговаривать бесполезно. Кирюш, скажи мне только одно. Ты уверен, что поступаешь правильно? Не уверен. Ну почему? Почему, дорогой? Это ведь очень серьезный шаг. Мама, мне сейчас очень плохо. Мне сейчас капец как плохо. Мальчик мой, все перемирится, все будет хорошо, вот увидишь. Знаю, мам, знаю. Но сейчас мне нужна перезагрузка. Надо отцу позвонить. Я сам позвоню. Да. Кирилл. Да. Мать, знай. А как же учеба? Ну да. Хорошо. Что случилось? Сын взял академотпуск, уходит в армию. А почему? Несчастная любовь. Завтра будут результаты биопсии.
Зачем ты мне напоминаешь об этом? За что? За что нам это все? Прости меня. Прости. Господи, да где же ты, Антон? Иванович. А, Антон Иванович. Антон Иванович, к сожалению, наши опасения подтвердились. И что мне теперь, куда, к кому? Я рекомендую обратиться вот сюда. Сошлетесь на меня, только не затягивайте. Если судить по снимку и анализам... Я уже затянул. Ну, диагноз, терапию, ее интенсивность вы будете обсуждать с лечащим врачом-онкологом. Я только прошу вас позвонить как можно быстрее, там очереди. И знаете что, давайте я позвоню и попрошу, чтобы вас записали на прием как можно быстрее. Я смогу лечь в стационар не раньше, чем через 2 недели. Антон... Что ж вы себе такое запланировали, что для вас важнее вашего здоровья? Сын. Сына в армию провожаю. Что ж... Давайте выпьем за нашего Кирилла, чтоб служба его внезапная прошла хорошо и достойно. За тебя. Да. Кирюшенька, за тебя. Давайте. Ой, Кирюш. Кирюш, а когда станет понятно, куда отправят? Не знаю. О, Господи. Это его девочка. Всем привет. Здравствуй. Здравствуй. Привет. Садись, пап. Спасибо. Антон, ты что-то осунулся? Приболел? Да, приболел. Грипп. Решил сына перед армией заразить. Миш, ладно, я тебя, Миш. Кирилл, сынок. За тебя. За то, чтобы твоя служба была легкой. И будь здоров. Да, будь здоров. Да. Здоровье – это самое главное. Спасибо. Ульяна-то знает? Ну, хватит. Прекрати. Да, я ей сказал. Она не придет. Ты когда мотор заберешь? Скоро. Кирилл! Может, я тебя в армию писать буду? Конечно. Будет круто. Будет у тебя иностранная невеста. Куда вы с мамой собрались? Напомни. Они никуда не едут. Мама здесь нашла работу. Ну и правильно. Где родился, там и пригодился. Так, давайте-ка мы выпьем за нашего защитника. Давайте-ка. Ну, давай. Сереж, я могу вас завезти после военкомата домой. Да, мы как-то и такси можем поймать. Да ничего, мне по дороге будет. Спасибо. До свидания, Валерия Михайловна. До свидания, ребята.
Пока, Лер. Кирюш, может быть, я с вами поеду? Не, мам, не надо. Ну все, ну давай. Позвони, прошу, хорошо? Да, конечно. Прости меня. Да, Виталий, здравствуйте. Лера, добрый день. Хотел предложить сходить вам завтра в кино. Ой, Виталий Сергеевич, боюсь, что я не совсем. Это по работе. Да, руководство попросило меня переговорить с одним сценаристом, чтобы попробовать его в качестве нашего автора. Вот, хочу приглядеться. Мне интересно ваше мнение. Понятно, но если нужно, то, конечно, я буду. Тогда жду вас завтра. Кинотеатр «Горизонт» в 1:30. Могу за вами заехать. Нет, я сама доберусь. Хорошо, договорились. До завтра. Лера! Ой, Георгий, ты меня напугал. Извини, я не хотел. А ты когда вернулся? Так утром. Ой, извини. Сейчас. А какими судьбами тут? Какими судьбами? Тебя жду. Ну, пошли. Пошли, пошли. Как съездил? Съездил? Замечательно. С дочкой общался много. В зоопарк ходили, в общем. Даже с женой разговаривали. Неожиданно. Я за тебя очень рада. Спасибо. Ну, а ты как? Сын звонит? Да, постоянно. У него все хорошо, условия хорошие. А? Подружился с мальчишками. А. Так что все в порядке. Здорово. Но знаешь, дело даже не в том, что у него там условия хорошие. Просто мне кажется, что его наконец-то стало отпускать. Это хорошо. Да. Я же забыл. Это тебе. Что это? Ну, это сувениры, там, по мелочи, но тем не менее. Так, а это Настя. Вот. Ну, спасибо. Да ладно. Спасибо большое. А Настя-то, кстати, что, уехала? Нет. Представляешь, Света, ее мама, она вернулась. Они временно живут у меня. Хотя нашли уже квартиру. Стоило уезжать, чтобы через месяц получить здесь хорошее предложение по работе и найти жилье. Я хотел сказать, у всех все замечательно. Ну, вроде того. Да. Ну, ты как? Как там с мужем и... С мужем нормально. Тоже спокойно общаемся, он приезжал на проводы. Mm. Так что меня тоже отпускает. Mm. Я рад. Лер, погоди, я сказать хотел. Ты такая красивая. Муж твой ошибку делает. Ты о чем говоришь? О том, что я тебя тогда в больнице увидел, у мышки в кабинете. Сразу понял все. И потом в коридоре с бахилами этими, порванными. И что? Что? Да, влюбился я, что? В Германии все это время только о тебе и думал, Лер, правда. Стоп. Ты встречаешься с Машей. Да. Нет между нами ничего. Мы сходили пару раз в кино, там в театре.
Но она считает, что вы вместе. Да, это моя ошибка. Сделал пару комплиментов, а ей показалось. Будто за ним там горы золотые. Я дурак. Мне надо с ней объясниться. Сказать все про нас с тобой. Про нас? Про нас, Лер. А что ты к словам цепляешься? Я же вижу, ты неравнодушен ко мне. Про нас, Лер. Нет, я не могу. Мне всего этого не нужно сейчас. Лер. Уходи, пожалуйста. Лер, ну что ты? Мы же взрослые люди. Ты мне нравишься. Я тебе... Уходи. Уходи. Да, алло. Не спишь? Нет, я нет, конечно, нет. Я хотела извиниться за резкость. Лер, да это же из-за меня, это я просто... Просто не совсем хорошо, я про Машу. Ну, когда за спиной у человека... Ты права. Да ты сто раз права. Ну, у меня есть оправдание. Я очень спешил к тебе. Маша, я обещаю, я с ней поговорю, объяснюсь все. Ну что? Мир? Мир. Хорошо. Так, может быть, еще раз... Ты о чем? Ну, о чем, может быть, еще раз встретимся? Там же, в этом казуаре, без Насти, без работы. Поговорим с тобой, как... Два взрослых человека. Ну, прости, если честно, я... Немного выпил вечером, а тут еще эта акклиматизация. Просто засыпаю. Ну, я не знаю. Лер, ну давай просто посидим. Лер, может? Хорошо. Просто посидим. Ну вот хорошо. Тогда часа два. Да, договорились. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот-вот начнется. Виталий Сергеевич, здравствуйте. Простите, пожалуйста, у меня просто кое-что случилось, я сегодня никак не смогу. Ну, бывает. Ничего. Ничего, в другой раз. Хорошо, до свидания. Как стыдно. Да. Привет. Я уже подъехал. Привет. А я просто немножко опаздываю. Ну, я уже выхожу. Ничего, ничего, я подожду. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас ожидаю? А, заказ. Проходите, пожалуйста. Павел Денисович. Что случилось?
Главное, что кто что говорит. Кто говорит, надо делать операцию. Кто говорит, бесполезно. И везде очереди. Там, где нет очереди, такие деньги выкатывают. Ну как же так? Как же так, Алла Денисовна? Вы ведь сами-то узнали только, когда Кирюшу проводили. Антон ведь не велел тебе говорить. А я считаю, это неправильно. И Ваня все болеет. Давление. И знаешь, он все время плачет. Не может быть. Не может быть. Получается, он давно болел-то, а? Сейчас, подождите. Подождите, я успокоюсь. Решим, что делать. Лер, смотри, я здесь, в центре... Ничего, я понимаю. Да, спасибо, что позвонил. Просто видно, что устал. Я не устал, Лер. Я подыхаю. Не надо так говорить. Лечение еще не назначено. У меня выбор небольшой. Я либо на операционном столе помру, либо от химии. Так, нельзя вот так вот сидеть и ничего не делать. Нужно, в западную клинику. Там возьмется. Значит, нужно ехать. Вы узнавали, сколько это будет стоить? У меня нет таких денег. Почему? А как же твой счет? Нет никакого счета. Я не хотел тебе говорить. Я в прошлом году вложился в одно дело. В общем, денег нет совсем. Значит, нужно собирать. Конечно, я и говорю. А вы вообще помолчите. Вас просили ничего не говорить Лере. Так я... Ты хоть понимаешь, о какой сумме идет речь? Догадываюсь. Галя, а у меня к вам просьба. Узнайте, пожалуйста, в клинике, сколько будет стоить лечение. Они уже все посчитали. Да. Еще мне нужна будет история болезни. Вот еще снимки. Лер, зачем тебе это нужно? Я хочу посоветоваться с одним человеком. Сейчас самое главное — собрать деньги. Его нужно срочно везти. Лер, я, конечно, не онколог, но боюсь, что везти его куда-либо уже бессмысленно. Почему? Опухоль большая, ведет себя агрессивно. Ну и метастазы. В таких случаях проведение адекватной терапии не принесет положительного результата. Нет. Я не могу это принять. Лера. Я считаю, что нужно идти до конца. Если есть хоть один шанс, надо его использовать. Надо ехать лечиться за границу. Да, возможно. Возможно. Но лучше эти деньги оставить. Они понадобятся. Например, на сиделку. Будет тяжело и очень скоро.
это я виновата. Ему давно нужен был врач, а я все чего-то ждала. Нет, ты не надо себя винить. Эта болезнь, она никого не щадит. Ну почему? Ну скажи мне, почему? Ну за что это все? За что? За что? Ты все еще его любишь. Я просто хочу понять, у меня нет никаких шансов. Как ты можешь так говорить? Отец моего сына умирает. Лер. А ты шансы просчитываешь? Привет. Привет. Я так соскучилась. Маша. Не надо. Что не надо? Все, не надо. Я давно должен был тебе сказать. Ничего у нас не получится. Почему? Потому что я люблю другую. Какую другую? Леру. Здесь осторожно. Разводящий. Аккуратно. Я вам дверь держу. Так, я спиной не вижу куда. Так, прямо на меня. Чуть-чуть правее. Да. Ага. Прямо берегите руки. И на меня. Да, прямо. Все, проходит. Смотри, хорошо, я. Хорошо. Иди. Руки, руки. Много собрали? Нет. Проходите, Лера там. Спасибо, спасибо. Привет. Привет, привет. Здравствуй, Лера. Привет. Прости, я не хотел. Я идиот. Ты тоже прости меня. Ты права, если есть хоть какая-то возможность его спасти, то нужно это делать. Собрать? Нет. Ну, погоди, Лер, я... Не надо. Просто если от меня хотя бы что-то зависит, если я могу хотя бы чем-то помочь, то ты звони. Хорошо. Спасибо. Антош, я вот тут... Ну, в общем, у меня же дом в деревне есть, ты знаешь. Да. Вы отца все время уговариваете переехать из квартиры в эту халупу. Ну, почему в халупу? Газ, 3 этажа, камень. Нет-нет, хороший дом. Вы зачем мне все это рассказываете? У меня сосед своему свояку все дом-то приглядывал. А я все думала Ваню уговорить туда. Ну, в общем... Вот. Это задаток. А основную сумму я потом тебе пришлю в клинику. Этого теперь хватит. Thank you.
Простите меня, спасибо. Ну что ты? Антоша. Ну что ты? Главное, чтобы помогло. Главное, чтобы помогло. Пожалуйста. Спасибо. Принеслась. Я уже стала с ней ругаться. Как ты вообще с ней работал, с этой хамкой? Может, обратно ее заберешь? Совершенно невозможно. Катя, у меня сейчас другая работа и вообще... Как муж? Без изменений? Проходит терапию. Тяжело. Ох, еще и далеко. Как там сейчас, жарко? Там всегда жарко. Катя, зайдите ко мне на секундочку, пожалуйста. Ой. Катя, объясните, а почему так получилось, что вы переслали Марии Владимировне файл, отредактированный только наполовину? Так текст не законченный. Вот, вот посмотрите. Вот, вот это что? В этом месте будет о том, как человек ощущает свою депрессию. Это что значит будет? Или это я должна расписывать? Действительно, Мария Владимировна. Ну хорошо, я спешу. Но вообще это не работа, потому что редактор должен помогать автору. Ну не переписывать же за него. Мария, давайте, чтобы у нас в дальнейшем не было недоразумений, вы сначала мне пересылайте, а я уж буду отправлять редактору. Хорошо, мы так и сделаем. Сочувствую в связи с мужем. Как он? На терапии в Израиле. Знаешь, я бы тебе все-таки советовала сосредоточиться на Виталии. Товарищу подполтоса, он все еще с мамой живет. Самое то, что тебе нужно. Серьезно говорю. Надо брать. Да, Виталий Сергеевич, отлично бы мы автора вырастили. Виталий Сергеевич, не обращайте внимания на ее слова. Просто немного странно. Я так много сделал для продвижения ее книги. Виталий Сергеевич, вы поймите, против вас лично она ничего не имеет. Это ко мне у нее претензии. Я могу только догадываться, о чем вы говорите. И тем не менее, она права. Она права в том смысле, что я... Что вы... Мне действительно нравитесь, Лера. Очень. Не говорите ничего. Я понимаю, я не тот человек, который... Виталий Сергеевич, я к вам очень хорошо отношусь. Но сейчас, когда болен мой муж... Но вы же с ним расстались. Он все равно остается для меня самым близким и дорогим человеком. Он отец моего сына. Я понимаю. Я все понимаю, Лера. Я желаю ему выздоровления. Я просто хочу, чтобы вы знали, что... Я был бы счастлив, если бы мы... Ой, извините. Спасибо вам. Спасибо. Галя,
Привет, мы возвращаемся. Что? Я не поняла. Антона выписали. Как так выписали? Врач сказал, что нужно некоторое время отдохнуть от лечения. Может, потом возобновить. Так что мы возвращаемся. Подожди, но ему лучше? Да. Но у нас другая проблема. Галя, что случилось? Понимаете, пока нас не было, у меня затопили квартиру. Нужно делать ремонт. А Антону там пока нельзя находиться. Он может у вас какое-то время пожить? Ну, конечно, разумеется. Спасибо, я тогда буду сейчас брать билеты. Хорошо, сообщи, когда купишь. Хорошо. До свидания. Антону привет. До свидания. Что? Антон с Галей возвращаются. Антон будет жить у нас. Так, нужно подготовить комнату Кирилла. Привет. Здравствуй. Что, уснул? Да. Вообще ничего не съел. Господи. 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 Да что ж ты за болезнь-то такая проклятая? Господи, да когда же ее научится лечить? Господи. Денис, ну успокойтесь, пожалуйста, Антон, услышь. Военкомат поедешь? Я хотела прямо сейчас. Кирюше же должны дать отпуск. Ага. Ну, я тогда Оксану дождусь и к Ване поеду в больницу. Хорошо. Я маме позвоню, чтобы она приехала. Потом мне нужно заехать на работу и встретиться с Галей. Что с этой? Зачем? Антон хочет передать дела фирмы Кириллу. Ему нужно посмотреть какие-то документы, а Галя должна их найти. Павелыч. Да погодите. Ну, да поймите же, это не совсем ко мне. Ну, чтобы обсуждать вообще возможность операции, вы должны сначала обратиться к терапевту, и нужно назначение. Конечно. Да. Все. Да. Рад был вас слышать. Да, до свидания. Просто выносит мозг. Все так плохо? Ослиное упрямство. Как я тебя понимаю? У меня тоже сейчас был тот еще разговорчик с издательством. Тихонов, конечно, молодец. Настроил всех против меня. Ну, вот книга и пробуксовывает. Ну, Лера. Знаешь, твоя книга — это последнее, о чем сейчас может думать Лера.
Георгий Ильич. Мне клиентка опять билеты в театр принесла. Может, сходим? Мария Владимировна, ну, как-то вы объяснились. Жаль. Все могло бы быть очень неплохо. Ну да ладно, я, собственно, по делу. Вот отчеты по экспертизам. И еще. Коллектив лихорадит в связи с грядущим сокращением. И? И меня тоже лихорадит. В штате 2 психолога. Это ведь ты будешь рекомендовать главврачу, кого оставить? Я еще об этом не думал. Ну, я надеюсь, что ты подумаешь в правильную сторону. Здравствуйте. Можно? Вот, я все сделала. Это замечательно. Присаживайтесь. Виталий Сергеевич, можно я в другой раз посижу с корректорами? Там некоторые вопросы нужно снять, а мне сейчас... Я все решу с корректорами. Поезжай, куда тебе надо. Ну, хорошо. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Катя, хотел с вами по книге Локтевой поговорить. Имел с ней пренеприятнейший разговор. А что о ней говорить? Книга написана бездарно, скучная, ужасная. И переписывать за нее, как Лера, я не собираюсь. Катя, ну я не могу же просто взять ей и отказать. Почему не можете? Виталий Сергеевич, вы на минуточку редактор отдела спецпроектов. Практически второе лицо в издательстве. Катя, а не хотите сходить сегодня в кино? По работе. Нужно одного сценариста оценить. А зачем они ему сейчас понадобились? Просто рабочий день уже закончился, а мне еще надо в одно место успеть. Он хочет показать сына. Понятно. Мне уже искать другую работу? При чем здесь это? Кирилл отпускает из армии ненадолго. А другого раза показать все это у Антона уже может не быть. Галя, я хотела вас спросить. Понимаете, как-то затянулось все с ремонтом. Какие-то халтурщики попались. Но я наняла уже другую бригаду, так что... Я не об этом. Почему вы не приходите? Он ждет. Я хотела. Я звонила. Как раз собиралась на следующей неделе. Я не могу. Понимаете, я не могу увидеть его в таком состоянии. Я понимаю, это непросто. Но все же придите, пожалуйста, хотя бы на день рождения. Он для вас не чужой человек. Был. Конечно. Я приду. Вот. Все, что он просил. Спасибо. Привет, Кирилл. Здравствуйте.
Леша. Родной мой. Мам, задушишь? Как он? Он очень хочет вести тебя в курс дела по работе. Для него это очень важно. Комнату оккупировал, пока тебя нету. Да ничего, я даже рад. Мамке говорю, давай я в гостиную переберусь. А она ни в какую. Когда окончательно из армии вернусь, тогда переберешься. Если успею. Ты что такое говоришь, что пап? Да. Давай к делу. Я тебе покажу, пока в силах, а то я живу от укола до укола. Так. Там Галя сейчас в офисе? Да, она там всю работу координирует. Ты к ней присмотрись, она хороший сотрудник. Ну, а там на свое усмотрение. Ты, знаешь, ты пойди поешь. Там мама наготовила всего. А я немножко лежу. Что-то у меня на радостях плохо. Я сам. Ой, видишь, как оно меня наказало. Ну, скажи тоже, болезнь и наказание. Возможно. Но на многое глаза открывает. Почти на все. Вот вас с мамкой предал. Аллу, божьего человека, обидел. Она мне деньги на лечение нашла. Бегает туда-сюда, между мной и дедом. Дед в больнице, ты в курсе? Ты к нему съезди. Съезди, проведай его прямо сегодня. Он рад будет. Ему положительные эмоции нужны. Ладно, иди поешь. Почитай. Что будет непонятно, я потом объясню. Я полежу полчасика, хорошо? Давай. Привет! Ух ты, какой возбужал! А кто это у нас такой? Письма обещал писать. Забыла? Кирюш, садись. Девочки, давайте. А, я есть не буду, только чай. Садись. А я поем. У вас всегда все вкусно. Ну-ка, на 10 дней отпусти. Да. Мы уже всех подключили, кого можно, чтобы Кирюша задержался. Но, к сожалению, никто не может помочь. Так надо дяде Георгию позвонить. Помнишь, мы тогда из ресторана шли и военного встретили? Может, он что сможет? А я забыла. Точно, только я не знаю, насколько это удобно. Ничего себе. Он его жене жизнь спас. Очень даже удобно. Звони! Ай.
Лера, привет. Да. Так. А? Погоди. Я понял. Да нет, мне кажется, это вполне удобно. Ну, попробовать можно. Хорошо, давай я перезвоню. А? Олежек, привет. Здорово, это Соболев, да. Кирюх! Кира! Здорово. Ну ты как? Ты смотри, а загорел, оброс. Красавчик. Давай помогу. Чё ты там набрал-то? Куда столько? 21 рождения. Так, а чё ты не предупредил? Я же без подарка, без всего. Да какие там подарки? Чё, совсем плохо? Ладно, от армии отмазали уже хорошо. Да не отмазали. Так отпуск продлили, вернусь, дослужу. Ты расскажи лучше, как вы с Юлькой слетали в Перу? В Перу? В Перу классно. Мы заявление подали. Я тебе не говорил, мы же... В общем, она беременна. Поздравляю. Спасибо. Ты слышал, Ульяна с Игорем расстались, говорят, они... Это ж неинтересно. Пойдем. Куда вы все собрались? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Антоша! С днем рождения тебя! Поздравляем! Спасибо, что пришли. Спасибо. Привет, Сергей. Будь здоров. Привет. Это я сама сделала. Спасибо, Настя, очень красиво. А вы мне поставьте вон там, я буду на нее смотреть. Вы идите там. Лера наготовила всего. Идите, отмечайте. Последнего не знали, мальчик или девочка будет. Ну, я хотел, конечно, мальчика. А Лида все о девочке твердила. О, Господи! И даже страшно подумать, что бы было, если бы она дожила до этого всю. Все, все, все. Свет, да садись ты уже. Да, дай сейчас. Подожди мясо. А что Галя? Галя ушла. Ушла, и слава богу. Хоть что-то соображает. Давайте выпьем за Антона. Свет! Подождите, я Антону укол сделаю. Иван Федорович, куда вы положили лекарства? Ой, Лера, я забыл сказать.
Не было в нашей аптеке этого лекарства. Что же это такое? Аж вот все из головы вылетело. Мы обычно заранее колем, не дожидаясь болей. А тут он так кричал, пока вы ехали. Скажите, пожалуйста, может быть, вы мне оставите одну ампулу? Я заплачу, сколько скажете. Вы поймите, мы не можем оставить вам препарат. Но это же подсобное дело. Да у нас и нет больше. Как только начнутся боли, снова вызывайте скорую. А завтра с утра бегите к своему лечащему врачу или к заведующему. До свидания. Гриш, пойдем. Сейчас никуда ехать, никому звонить. Да. Мы все решим, я сам к тебе приеду. Все, жди. Задержу тебя на минутку. Хотела бы уточнить по поводу сокращения. Я остаюсь? Нет. Вот как? И кто принял это решение? Я. Почему? Потому что Елена Александровна в ее возрасте. Ей будет гораздо сложнее найти новое место работы. Это раз. Второе, то, что она более сильный специалист. Более сильный специалист, да. Да ты просто мстишь мне, потому что тебя Лера накрутила. Извини, опоздаю. А что ты здесь делал? Проверял журнал доступа. Интересно. Он сразу успокоился. Да. Второй укол сделаешь. Под утро, короче. И сразу бегом в поликлинику. О том, что кололи что-то, кроме того, что ставила скорая, лучше не говорить. Хорошо. И ампулу мне вернешь. Они подотчетные. У вас из-за этого не возникла неприятность? Нет, я ничем не рискую. У меня допуск к спецпрепаратам. Да. Спасибо тебе. Если что, ну, с матерью или вообще, ты звони мне, не стесняйся. Хорошо. Ну, все, давай. Спасибо. Держите. Измучил я вас. Нет. Нет, что ты? Разве это-то еще не ложилось? Ничего. А ты сплюснил. Теперь все будет хорошо. Тебе завтра назначат новый препарат. Тебе станет легче. Потом ты обязательно поправишься. Обязательно. Мы поедем с тобой на наши озера. Ты будешь там рыбачить, варить уху. А помнишь, когда Кирюша был маленький, мы с тобой мечтали построить там свой дом? А как-то,
как-то заблудились в лесу, и ты... Да-да. Я как раз хотел тебе звонить. Что? Спасибо тебе за все. Я приношу свои соболезнования. Я думала, отмучиться станет легче. А стало еще тяжелее внутри, какая-то невероятная пустота. Пройдет. Все пройдет. О, какие люди! Ну, я смотрю, ты не ко мне. Что, прости? Я спрашиваю, что совсем терпежу нету, с самого утра принеслась. Сегодня ночью умер мой муж. Он очень мучился, а Георгий ему помог. Помог? Интересно. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия, как сын? Служит. А, да. Я хотел поговорить про дальнейшие планы. Мне кажется, у нас нехватка медийных персон. А кто будет переписывать за медийных персон? Лера? Я не собираюсь. Катя, давайте этот вопрос решу я сам. Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Я к вам. Да-да, пойдемте. Ну, конечно. Кто мы такие, чтобы с нами здороваться? Да. Проходите, присаживайтесь. Я вас слушаю. Я получила ваше письмо и, честно говоря, решила лично. Что значит, вы отказываетесь от сотрудничества? Мы видим, что книга не получается. Вы уже знаете, почему так происходит? Да? Потому что у вас нет опыта в написании. Нет, просто Щербакова плохой редактор. Екатерина Александровна хороший редактор, но она не должна переписывать вашу книгу от корки до корки. Дайте мне другого редактора. Вы начальник отдела? Отдайте распоряжение, чтобы мою книгу передали Тихому. Лере, секундочку. Валерия, зайдите к нам на минутку, пожалуйста. Валерия, вот автор просит, чтобы вы занялись ее книгой. Виталий Сергеевич, у меня сейчас много работы. И, если честно, я не хотела бы этим заниматься. Нет, конечно, если вы распорядитесь иначе, то, конечно... Нет, это вопрос вашего желания. Я не хочу этим заниматься. Какая же ты лицемерка. Веселая вдова. Думаешь, отмазали твою Георгия? Ну, ничего, я добьюсь, чтобы вас обоих на нары. Какие нары? О чем ты говоришь? Вы все тут. Валерия, не волнуйтесь, ничего она вам не сделает. Договором такие случаи предусмотрены. Да, конечно. Идите, спокойно работайте. Что случилось? Приходила Маша.
Она грозила какими-то нарами. Телефон у тебя выключен. Разрядился, а зарядку я забыл. Что происходит? Что происходит? Ничего не происходит. Как видишь, переезжаю. Наверху освободился кабинет побольше, ну, на четвертом. Я решил, почему не воспользоваться такой возможностью. А о чем говорила Маша? Лера. Тебе что-то угрожает? Маша... Маша шантажировала главврача, чтобы ее не уволили. Чем шантажировала? Моим якобы нарушением правил хранения и использования наркотических средств. Якобы? Якобы. Потому что количество ампул прежнее. Содержимое использованной ампулы получил больной. Больной этот по документам наш. В общем, Маша ничего не доказывает. Да что тут доказывать? Она не видела ничего, ну правда. Маша. Слушай, мне вот эти вещи надо домой закинуть. Может, поедем вместе, заедем ко мне. Я тебе все поподробнее расскажу. Пожалуйста, не разувайся. Не разувайся ни в коем случае. Нет, здесь не слишком чисто. Извини, у меня, естественно, бардак. Проходи, ставь кто-нибудь. Слушай, это ж надо как. Нужно было барахлом зарасти, а? Эти бутылки пациенты все несут по старинке. Никак в жизни столько не выпишу. Господи, сейчас. Ну, вот, в общем, ставь сюда. Хочешь чаю? Нет, ничего не хочу. Скажи, пожалуйста, ты меня точно не обманываешь? Лер, ну вот если бы что-то было, тебя бы первую вызвали в качестве свидетеля. Но, Маша, это же подлость. Ты выполнял долг врача. Почему ты так и знал, что бросишься меня спасать? Давай, спасай меня. Я, конечно, золотые горы не обещаю, но на долгую счастливую жизнь рассчитывай.